Привет, друзья! Это канал Tattoo35Rus. Меня зовут Кузнецов Сергей. Сегодня будем рисовать 3D дерево. Будем показывать все этапы. Вы сможете это повторить сразу же после просмотра. Ничего сложного, ничего хитрого. Все элементарно, все простым карандашом. Я думаю о том, что возможно я разделю канал, где будут рисунки отдельно, где татуировки отдельно. Пока что все разбито по плейлистам. Каждый может зайти в нужный плейлист и посмотреть то, что ему нужно, а что ему не интересно, может это не смотреть и пропустить. Пока что я придерживаюсь этого принципа, но возможно буду разделять канал на несколько частей, ну, чтобы не путать людей. Так как я собираюсь еще заснимать ролики по живописи, по масляной, конечно, людям, которые интересуются татуировкой, обычно интересно такие вещи, может быть и не стоит разделять каналы. Если кто-то напишет в комментариях, это было бы очень приятно, я бы прислушался к совету. Ну, так как подписчиков у меня еще не так много, комментариев тоже не так много, поэтому пока я снимаю все в один канал. Также у меня уже сейчас имеется еще один канал «Опыт чудака», но он совсем не тематический, вернее, не по теме татуировки. Там я показываю свои рукоделия, как я строю дома, как я чиню машину и прочее, прочее, прочее. Также есть раздел музыки. Я по образованию музыкант, и музыкант в прошлом. И там где-то мои зарисовочки, где-то моя супруга. Там что-то где-то, на какие-то концерты мы ходим, все снимаем и показываем. Может, кому-то будет интересно. Так что ссылочка в описании, если кому интересно, мой второй канал «Опыт чудака». Весь дом построила мне. Я в грозе только успеваю подавать. Под звуки флейты в ее руках забыл о себе, стал ветром, не ведая страх, забыл о себе. Тонким ростком пробиваясь сквозь палубы дыхание. Песня для двоих, и мир изменится. Пусть другим не верится, но им путь черно-белый стелится. Для них жизнь, но переплетение и дни. И медом казалось.
Песня для двоих, и мир изменится. Пусть другим не верится, но им путь черно-белый сделится. Для них жизнь, но переплетение и дни. Видео было полезным. Ставим лайк, подписываемся на канал, смотрим другие видео. До новых встреч! Плавненько перевести вот сюда, я думаю.